Я сразу говорю, я тупой, я ничего не знаю, ну вот реально, вы вот нашли кого спрашивать, я, ну, я таблицу умножения не знаю, поэтому... Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы опять вышли пообщаться с людьми, сегодня мы на трассе здоровья, и сегодня мы будем опять задавать интересующие нас вопросы, и зададим, как обычно, суперигра у нас, имя, отчество Бандеры. Люди должны знать хотя бы имя, отчество национальных героев. И если вам интересны какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, мы их зададим. Ну, погнали. Свояк. Простите, свояк? Да. Тот, кому ты доверяешь, схожий по культурным ценностям. Ну да, почти. Какой-то выдающийся человек. Писатель. Да, почти. Ну, я могу предположить что-то неправильное. Я не знаю, но мне эта фамилия ничего не говорит. Свой человек. Ну, почти. Не знаю. Ну, предположения даже какие-то есть. Космонавт, наверное. Свояк. Сленговое слово, означающее свой человек, знакомый, хороший. Это по сленгу, да? Но есть еще свояк, это родственник. Чей? Ближайший. А конкретнее? Ой, я не помню, честно. Не буду. Не знаю. Неизвестно. Ну, даже предположение. А, ну, какой-то свой человек, наверное. Может, не человек. Не знаю. Друг по интересах. Майже. То, что свой. Ну, да. Определение свояк – это свой. Ну, да. Свояга. Да, верно. Родной, близкий человек, друг, свой человек? Почти, да. Ну, свой человек, наверное, но я не знаю точно. Свояк. Свояк. Ну или что, какая-то строительная, может, тема. Типа болтов, не знаю. Свояк, свояк. Брат. Брат. Брат жинки. Брат мужа. Брат человека. Брат человека? Может быть так? Нет. Брат жинки. Так. Какой свояк? Свояк — это родственник, по-моему, не брат жены, что-то такое. Брат жены, не? Да. Свояк? Да. Я не знаю. Нет, это, по-моему, если я не ошибаюсь, когда женщина выходит замуж, это брат, получается, брат этой женщины, которая выходит замуж? Да, верно. Сколько граней у куба? 4. 8. Верно. 6. Ну. Да, верно, 6. Ой, не знаю, не буду напрягаться, даже думать. Не помню. Давай сложим его. Правильно? Давай, я буду рисовать. Так не получается как-то. Ну давай, вот. Получается. Получается? Раз. Ладно, давай там. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь, девять. 11, я не знаю. Там должно, по-моему, четное быть. 12. Верно. 12. 12. Верно. 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, граней. 12. Граней. Стой, грани. 12. 16. Нет. 8. Так, граней у куба. Так. Значит, грани — это у нас поверхность. Значит, 6. Да, верно. У куба 6. Верно. У куба 6. Верно. Сколько секунд в 70 минутах? 70 минут? 420 секунд. Секунд. 6. Не, не ко мне. 300. 3500. 3500. Верно. 320. 70 хвилин. Так. Я не хочу зараз думати.
420. Да, верно. 3200. 420. 4200? Да, верно. 60 на 70. 420. 4200. Верно. 4200. Да, верно. 70 на 60, 400... 4200. Верно. 70 умножить на 60. Ну, я не представляю. 7 на 6, 36, 42. 4200? Да, верно. Сколько? Это 60 умножить на 7, это сейчас... 400-200. 400-200? Секунд. 400 или 200? 4200. Верно. Украинская мова, что такое бавовна на россиянском? Вата? Нет. Бавовна. Не-не-не, это... Что-то, короче, из ткани какая-то вот штуковина. Ну да. Не знаю. Вот это я хотел узнать, но я так и не узнал. Давайте предположим. Склад? Не, ну звучит как какая-то яма, какая-то погребная, не знаю. Для отходов каких-то. Ну, больше не знаю, какие предположения еще могут быть. Бавовна – это... ткань. Да, верно. Це хлопок. Да, верно. Це те, що ми так любимо. Це хлопок. Що на сердечку. Да, верно. Бавовна. Хлопок. Да, да, верно. У сьогоднішній раз це хлопок у них називається. Вірно. Бавовна. Коли окупанти вмирають. Хлопок. Да, верно. Бавовна. Ну, на російському. Хлопок. Верно. И маленькая суперигра, имя отчество Бандеры. Нет, я не знаю. Я не готовилась к этому. Не знаю, нет, не скажу. Ну а как зовут хотя бы? Не знаю, честно. Нет. Сори. Степан Андреевич. А, Степан, точно, да. Все, спасибо вам большое, слава Украине. Степан Юрьевич, по-моему, пусть будет, не знаю. А, ну, как... А отчество? А как отчество? Засада. Тут прикол, когда была в Тернополе, возле памятника Бандеры, но типа не запомнил. Я думаю, либо Юрьевич. Я тоже Юрьевич говорил, давайте Юрьевич. Георгиевич. Александрович. Все, спасибо вам большое, слава Украине. Степан Бандера. Юрьевич? Нет. Степанович тоже. Степан Андреевич. Все, спасибо большое, слава Украине. Степан? Григорьевич. К сожалению. А как правильно? Андреевич. Андреевич, да. Все, спасибо большое, слава Украине. Пожалуйста, Герман. Юрьевич. Степан Осипович. Степан... Андрійович? Да, верно. Да. Ой, дякую. Спасибо. Дуже. Слава Україні. Андрійович. Андрійович. А ім'я? Степан. Так, вірно. Маленький приз. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні. Степан Андрійович. Так, вірно. Дякую. Степан Андрійович. Да, верно. Все, спасибо вам. Дякую. Слава Украине. Спасибо вам большое. Слава Украине. Да, играем славу. Все, спасибо вам большое. Слава Украине.